У Краснопольском районе медработники отримали электровелосипеды. Мобильный транспорт заявился, дякуючи удзелу у конкурсе про ААН содзейнічанне развіццю на мясцовым узроўні у Республіцы Беларусь. Краснопольская центральная районная райбольница оборонила проект «Я не застануся один». И он предугледжваў набыццё электровелосипедов для сельских медыкаў. Справа у тым, что на обслуговании ФАПа узнаходится некалькі вёсак, многие у радусе 10 километров. Да, пациентов приходилось и ходить нават пешшу. Разработали этот проект для того, чтобы нам, работникам сельской местности, медицинским работникам, было легче добираться до этих населенных пунктов, то есть привозить лекарства, оказывать медицинскую помощь. Вот, мы разработан был проект для электровелосипедов. И наш проект выиграл.